Привет! Сегодня у нас последняя часть Гарри Поттера и Министерство магии. Вот, видите, 7-й пакет. Лицо двойное. Его зовут Пиус. Thank you.
Вот я расставила, как вот тут на картинке. Оу, я лечу. Сказал он. Вот тут у него флажки на прозрачном специально, чтобы можно было вот как-то вот так вот двигать ими. И изображается, что они летят. А бомбочки, я не понимаю, как вот эти вот бомбочки, не понимаю, как они пу и вылетают как-то. Нарисовано прямо на картинке, что они пу вылетают. Это мне непонятно. Вот. Это один из минусов, потому что непонятно, как это сделать. Лучше бы сделать им какую-то прозрачную держалку. И вот этот непонятно, как он должен летать, что ли, вот так. Но у него еще там какие-то черные чернила, и они непонятно. Их нету, а они нарисованы, как-то надо играть. И вот мне нравится, что вот тут-то получилось, что крыша очень интересная. Это первая часть, что вот тут зеленый. А вот тут какой-то кабинет, неизвестно чей. И мне прям вот это нравится, неизвестно что. И мне пока что неизвестно. И вот мне это нравится, что мне неизвестно. И мне прям хочется узнать. Вот это директор. Тут тоже в крыше есть наклейки. И вот эта вот пюрешка, она похожа на цвет моей пасты. Вот это прям похоже на мою пасту по цвету. Но мне для начала это не нравится, потому что оно какой-то цвет такой. Не очень мне нравится. И вот тут вот значки, вот это двигается, непонятно зачем. И вот так вот этот флаг может двигаться, понятно зачем так сделано. И вот один плюс, один из плюсов, это в этой части, что у некоторых людей двойные лица. Это хорошо. Но один из минусов. Они вот эти три фигурки, они превращаются в... Ну, это Гермиона, это Рон, а это Гарри Поттер. И вот... Я бы хотела, чтобы у Гермионы другое лицо, не такое лицо было, не испуганным, а таким хорошим, нормальным, красивым, чтобы не испуганным. Если у вас есть, можно просто взять Гермиону из другого набора. И тогда будет то, что Гермиона станет получше. И у Гарри Поттера можно другое лицо сделать, а то он какой-то удивленный. Вот мне вот это в другой части я забыла сказать, что вот это пуляется, мне это понравилось. Это как будто почту доставили. Прям вот, мне это самое нравится тоже. И вот тут в комнатках мне нравится вот так вот заглядывать, играть в эти комнатки. Они такие
таинственные. Можно их собирать по-другому, рассоединять, соединять. И вот их можно переставлять. Но главное, что последний этаж должен оставаться с крышей. Самое таинственное из плюсов, мне кажется, что вот это неизвестно, чей кабинет. Вот мы думаем, что вот это его кабинет. Это кабинет Пиус, наверное. Я просто не смотрела эту часть. Пока! До новых встреч! Лайк и подписка! Таинственный набор Министерства магии Гарри Поттер.